Мы в Мадриде. Ждем до 23 часов нашего самолета до Сантьяго. Уже давно стало правилом, что поездка сборной Украины на любые международные соревнования начинается с поиска каких-нибудь денег на эту поездку и заканчивается подсчетами, сколько же их не хватило на самом деле в итоге. 2004 год и очередной чемпионат мира по подводной охоте, теперь уже в Чили, оригинальностью в этом вопросе не отличился. Из всех возможных кандидатов осталось двое, для которых честь страны и личные амбиции оказались важнее финансовых проблем. Это Сергей Мызников и Андрей Лазутин. И вот уже Сантьяго де Чили встречает нас великолепным чемодарным деревом, украшающим один из холлов аэропорта. Не без сожаления тратим еще по 500 баксов на местный перелет, покупаем билеты на самолет до Икики, доплачиваем еще 150 за перевес багажа и, выпив виски для успокоения нервов, влетаем в пункт назначения. Паша Антонов, капитан сборной России, метко назвал этот городок курортом Гадюкина. Пустыни, горы, море, изрядно штормящее, довольно грязное. Романтик. Одной из важных проблем оказался языковой барьер. Несмотря на то, что порт Икики считается курортным городом, очень немногие местные жители говорят по-английски, и приходилось общаться с ними в основном на языке жестов, вставляя в английскую речь и некоторые знакомые испанские слова. Как в том анекдоте, когда мальчик жестами показал, что его зовут Хуан. Тут же на небольшом базарчике, прямо в порту, продается самая разная рыба. Рыбаки разделывают на продажу голубых акул, пойманных далеко в открытом море. Здесь это деликатес, и мясо акул пользуется спросом. Мы тем временем грузимся в лодку, на которой нам предстоит сейчас выйти в море. Сверяемся с картой, обсуждая, откуда и как начнем обследование соревновательной зоны. Объяснив капитану лодки наши цели и задачи на сегодняшний день, вкладываемся отдыхать. Переход к северной акватории длинный, и Шаланда, мирно ворча своим дизелёчком, неторопливо везет нас на север. Пейзажик вокруг жизнеутверждающий такой. Сразу мысли возвращаются к морякам прошлого, и радость от понимания, что мы не потерпевшие кораблекрушение, изрядно согревает душу. Все команды арендовали относительно тихоходные и очень дорогие в аренде местные рыбачьи шланды и баркасы. И только сборная Италии привезла с собой две скоростные надувные лодки, и теперь, оперативно передвигаясь по зонам соревнований, готовилась к предстоящему чемпионату. Нашей пролетарской злости хватило только лишь на завистливые взгляды и ехидные улыбочки. Каких-нибудь 1.5 часа, и мы уже на месте. Накрадевшись, договариваемся о порядке проведения тренировки и времени выхода. Падаем в воду. Прекрасно экипированные и готовые к бою соперники каждый день выезжали в зону соревнований и тщательно изучали каждый камень и каждую пещеру в зоне предстоящего чемпионата, составляя подробный план акватории. У нас времени на это, да и средств совсем немного, и понадеявшись на русский авось и сказав себе «да пошли они все, нам терять нечего», приступаем к изучению этого, с позволения сказать, Тихого океана.
acordeón de Don Pedro que toca de maravilla, periconas resbalosas para bien exquisita. Quedó todo preparado, un curanto para un rey. Mocito, no te apuraste, que es el viento otra vez. Этот самый Тихий океан оказался совсем не тихим и очень негостеприимным. Холодная вода, около 15 градусов. Но этим-то нас не сильно удивишь. Мы и в Днепре-то охотимся, и в более холодной водице. Не зря буржуи ежатся, рассматривая наши зимние фотографии, и задают вопрос: как вам здесь, комфортно? Мы же гордо отвечаем, что сейчас у нас дома еще холоднее, а вода все же прозрачнее. Хотя мы, нужно признаться, ожидали видимости и получше. Рабочие глубины относительно небольшие, до 25 метров. А нырять приходится и вовсе по 12-17 метров. Изобилие некрупной рыбы, в основном до килограмма. А ведь на соревнованиях зачетная рыба начинается именно с килограммового веса. Мы понимаем, что фраза «клевать будет так, что клиент позабудет обо всем» совсем не про нас. Несколько раз в беседах обсуждалась именно эта проблема. Не о клиентах, конечно, а о рыбе. Почему именно с килограмма? Но пришлось признать, что именно это ограничение, как ни странно, добавило азарта соревнования. Стоило лишь уменьшить зачетный вес до 700 грамм, как уловы увеличились бы в 5-10 раз, и соревнования охотников превратились бы в соревнования быстрых стрелков. Короче, рыба-заготовка. Изучая акватории, запрещено пользоваться оружием. И во время тренировок даже в лодке его не должно быть. Это тщательно контролируется судьями. В общем, если нужно поохотиться, приходится выезжать на такси далеко за зону соревнований. Наш интернациональный коллектив, зная, что гуртом и батька легче быты, понимая, что без досконального знания акватории нечего даже надеяться на успех, принял решение совместно и очень тщательно изучить хотя бы небольшой район. Уже первые часы в воде в серьезной болтанке привезли к серьезной болтанке в мозгах. Стало понятно, что видимость, если улучшится, то не намного. Ясно, что нифига не ясно. Рыбы очень много, вода мутная, а зачеты мы так и не увидели. Сергей осматривает заросли морской капусты и валуны покрупнее, имитируя охоту на рыбу, плавающую в толще воды. Айда Пушкин, айда сукин сын, как говорил поэт. Pequeñito hay en él, con qué orgullo su madre lo mira ya, y su padre tan contento lo mira y cuida cada momento. Vamos a ver, vamos a mirar en el portal, todos van corriendo, todos van cantando, todos van, van adorando. Ну вот день подходит к концу, и пора собираться в обратный путь. Все недовольны. Первый визит в зону поставил много вопросов, и мы их живо обсуждаем. В общем, без пол-литра не разберешься. Van adorando. А порт тем временем живет своей жизнью. Невозмутимые стервятники. Лев, ученый, давай мы бросим палатку, может он побежит. Попрошайки и тюлени. И рыбаки, не торопясь, занимающиеся своим делом. На ходу ловит ли? Как мне эти съемки надоели уже?
Не, сейчас. В порту встречаем команду Перу. Эти здесь уже две недели. Еще испанцев, португальцев и австралийцев. Начинаем наконец-то встречать изочетную рыбу. Вот по краю песка и камней гуляет кабрилья. Эта осторожная рыба, чем-то напоминающая нашего судака, очень пуглива, особенно если подходить к ней сбоку, и мгновенно уходит, чуть почувствовав охотника. Но если ты находишься выше нее, она прощает многие ошибки. К ней можно подобраться достаточно близко. Встречаем английского спортсмена. Он тщательно обшаривает каждый камень в зарослях ламинарии. Англичане – нормальные пацаны, с ними можно общаться, да и море у них похожее. Значит, можно еще и поподглядывать за действиями. Снова кабрилья. Капитан английской команды, вместо того, чтобы торчать в лодке и давать умные советы, помогает своим друзьям в воде. Потом вся сборная будет обсуждать действия каждого. Вот не спеша прогуливается Рализа. Мы, россияне, не сговариваясь, прозвали ее колбаса. Мелких рыб очень много, а вот зачетные встречаются нечасто. Крупные ролизы водятся глубоко, по крайней мере не меньше 13-14 метров. Встречаем перуанского охотника. Он почти местный. Море в Перу очень похожее, и к его действиям стоит присмотреться. Можно только позавидовать его технике работы в зарослях ламинарии. В щели сидит довольно крупная зачетная вьеха. Это скальная рыба, живущая под камнями. По повадкам она слегка напоминает нашего горбыля. В этих же местах попадаются и конгрио, и мулата, встречаются и ролиза. Они же водятся и в морской капусте. Мутная вода диктует серьезный подход к выбору оружия. В первые дни я даже собирался обрезать и укорачивать свое 75-сантиметровое ружье и превращать его в более короткое 50-сантиметровое.
Но день на третий, видя, что накат потихоньку стихает, решаю подождать с обрезанием. Не зная досконально местных условий и понимая, что скрупулезно изучить акваторию мы все равно не сможем, основную ставку делаем на изучение повадок рыб, точную стрельбу, специально выделяя время для тренировок в стрельбе. На каждом нырке встречаются похожие на маленьких зеркальных карпиков или таких коричневых окуней небольшие рыбки пентачи. Это зачетный вид, но нужно, чтобы очень повезло и вам встретилась рыба зачетного размера. Как правило, это 500-900 грамм. Короче говоря, мелочевка, которая создает массовость и отвлекает внимание. Все остальные виды, а их водится в этих краях более 100, или не достигают килограммового веса, или настолько редки, что попадаются лишь случайно. Ставку на них делать нельзя. Матти Пука, наш финский друг, посоветовал вместо гуканов сделать сетки для рыбы. Он уже месяц тренируется в этих краях и знает, о чем говорит. В зонах соревнований много морских. Они с большим удовольствием съедают рыбок с гуканов беспечных охотников. Это опасно. Периодически встречаемся с коллегами из сборной России. Нужно отдать должное российским фирмам, продающим снаряжение для подводного плавания. Они полностью экипировали и финансировали команду, сделав все возможное для успешного выступления своей сборной. Тренируемся мы порознь, только однажды встречаемся на тренировке, приехав поохотиться в одно и то же место. Взаимовыручка – большая штука. Переводчик россиян, работая в постоянном контакте с организаторами, снабжал и нас горячей информацией. Для нас предстоящие соревнования были лишь возможностью продемонстрировать свои силы, ведь вдвоем, без существенной материальной и моральной поддержки, соревноваться с командами, выступающими в полном составе, по меньшей мере просто сложно. Для Икики, небольшого курортного города на севере Чили, этот чемпионат – настоящее событие. 35 лет назад именно здесь чилийский спортсмен Рауль Чаке стал чемпионом мира, и вот теперь очередной шанс для чилийских спортсменов. Своя акватория, знакомое море и моральная поддержка родной страны дорогого стоят. Официальному открытию чемпионата предшествует обязательное совещание представителей команд. Общий сбор и уточнение правил соревнований, оговариваются все нюансы предстоящей баталии, спорные моменты и вопросы безопасности, жеребьевка лодок, распределение судей. Все это занимает довольно много времени, но без этого нельзя. Начинаешь понимать, как тяжело приходилось тем, кто строил Вавилонскую башню. У них проблем было побольше. Каждый вопрос обсуждается всего лишь на трех языках, обязательно голосуется. Тут же оперативно вносятся поправки и уточнения. Из окон отеля открывается замечательный вид на море и город. Вечером мы собираем вещи, пакуемся, готовим сумки на завтрашний день. Вставать придется рано. Вот уже Андрюша пакуется на завтра. А на завтра ветерочек разыгрывается. Однако. Однако. Парапланы? Точно. Парапланы.
наступлением ночи начинается грандиозная церемония открытия. Все команды собираются на берегу. Участок пляжа уже подготовлен. Зрители волнуются. Город, жизнь которого почти во всем зависит от моря, рад приветствовать на своей земле лучших спортсменов мира. Перед началом парада всегда есть время пообщаться с друзьями, соперниками, обменяться информацией, похвастаться успехом. Каждая делегация, а это, как правило, 10-12 человек, а то и больше, несет флаг своей страны. Все фотографируются на память и ждут начала церемонии. Радушные местные жители радостно приветствуют спортсменов, которым завтра предстоит бороться за титул чемпиона мира по подводной охоте. Начинается парад участников. Речи представителей КМАС и администрации города, оркестр, гала-представление, символизирующее жизнь моря, где роли морских обитателей исполняют ученики начальных классов муниципальных школ. Первый день. Для этого дня выбрана сложная северная акватория. Мы там были всего однажды, и приходится выбирать тактику активного поиска в надежде на встречу с активно плавающей рыбой. Ранним утром все спортсмены, судьи, обеспечивающие и болельщики рассаживаются по автобусам и отправляются в порт, где должны занять заранее определенные по жеребьевке лодки. В порту знакомлюсь со своим экипажем. Капитан и его помощник – рыбаки. Комиссарио Манос – увлеченный бодибордер. По-английски не говорит никто. Собираю в кучу все свои испанские слова и пытаюсь объясниться. До акватории около полутора часов ходу, и все это время мы пытаемся найти общий язык. Каждому спортсмену придается лодка обеспечения, в которой находится.
капитан лодки, его помощник и судья-комиссарио. В лодке также может быть и помощник спортсмена, если таковой имеется в команде. Его функции – подавать спортсмену оружие и принимать рыбу, следить за соперниками, координируя действия ныряльщика, и снабжать его такой важной срочной информацией. Капитанам команд приданы отдельные лодки, и хотя любые средства связи запрещены, равно как и применение сонаров и GPS, капитан может оперативно снабжать спортсменов новостями о происходящих в зоне соревнований событиях. Турнир длится 2 дня по 6 часов, и спортсмен волен выбирать для охоты любое место в отведенной для этого дня соревнований 9-километровой зоне. За счет идет рыба весом не менее килограмма, исключая камбал, акул, мурен, скатов и еще несколько других видов рыб. Каждый грамм зачетной рыбы приносит только 1 очко, плюс 1000 очков за хвост. Конгрио – рыба, отдаленно напоминающая смесь налима и угря, живущая в глубоких нишах и гротах, идет зачет только с 2 кг. И каждый конгрио, независимо от его веса, более 2 кг, приносит спортсмену только 1000 очков. Важный нюанс. На этих соревнованиях введены штрафные очки. 2/3 зачетного веса и меньше – штраф 1000 очков. Не более 10 рыб одного вида. Каждая следующая, вне зависимости от веса, еще минус 1000. А отнимают, начиная с самой крупной. На краю каменистой полянки Сергей ловит выстрел. Точный выстрел. Гарпуни пентачи. А вот большеглазый окунь. Скорее к буйку. Лодка далеко, и окунь отправляется в сетку. Перед соревнованиями, беседуя с чилийскими охотниками, я спрашивал, на какой глубине, по их мнению, имеет смысл работать. Послушавшись совета, охочусь на глубине 15-20 метров. Нахожу 2 конгрио, как потом оказалось незачетных, крупную кабрилью. Потом меняю место. Выходим на мыс. Прекрасная позиция, вокруг буйки соперников. Итальянцы, португальцы, США. Судя по соседям, местечко выбрано верно. Охотимся здесь до конца дня. По итогам первого дня у меня 4 зачетных рыбы и еще с десяток незачетных. Сергей Мызников застрелил 6 рыб, из них только одну зачетную. Это конгрио. После первого дня соревнований наши результаты оказались очень и очень скромными. 5 рыб на команду – это совсем немного. Особенно, если учесть, что у лидера было более 20 хвостов. Итальянская сборная ушла в заметный отрыв. За ними плотно чилийцы и испанцы. Все лидеры выходили из воды, имея в своем зачете, помимо других рыб, 1-2, а то и больше зачетные мулаты. Это крупная черная рыбина, живущая в нишах под камнями. Так, самая крупная мулата, 5 кг 700 грамм, была подстрелена Стефаном Белани именно в первый день. Очень многие спортсмены выходили с штрафными очками. Так, рекордное количество штрафа, минус 3000 очков, принес своей команде спортсмен из Венесуэлы Роберт Балден. Незачетная рыба составила 2/3 добычи по количеству. И почти у всех участников, в основном, это были пентача и конгрио. Второй день на южной акватории сулил еще более скромные результаты, чем первый. Правда, мы изучали ее, заплывая с берега, и дважды посетили с кораблем, благодаря нашим финским и новозеландским друзьям. Вода мутновата, вокруг много охотников. Все активно ищут рыбу. У каждого из конкурентов своя программа работы и своя тактика. Одни осматривают гроты, другие решают искать рыбу в зарослях морской капусты. Важно не только найти рыбу, но и не стрельнуть соперника. Постараться нырнуть таким образом, чтобы другой спортсмен не смог испугать рыбу тебе.
Охота в такой давке требует сосредоточенного внимания и мгновенной реакции. Решив полностью изменить тактику, стартую в зоне уже известных мне подводных скал. Делаю ставку на поиск скальной рыбы, живущей в пещерах и гротах. Это место известно многим, и приходится быстро нырять, оперативно осматривая все наиболее вероятные места. Уже в первые полчаса стреляю 3 зачетных рыб, меняю место и снова активный поиск. Несколько раз приходится работать, что называется, плечо в плечо с соперниками. И хотя в правилах оговорено, что дистанция между ныряльщиками не может быть меньше, чем 10 метров, все равно и буйки перепутываются, и сталкиваешься с другими охотниками нос к носу, и на поверхности, и под водой. Здесь важен такт и уважение к конкурентам. Все стараются быть максимально деликатными и не мешать друг другу. Зато на поверхности разгораются настоящие страсти. Боковым зрением замечаю крупную рализу на грани зачета. Рыба спокойна, значит, можно не спешить и выстрелить, тщательно прицелившись. Нет. Глубина метров 15-16, довольно прозрачно. Попадаю на россыпи крупных валунов, поросших редкой растительностью. Место замечательное. Здесь можно довольно свободно маневрировать, и в таких местах случаются встречи с крупными рыбами. Возле одной скалы нахожу большую стаю пентачи. Ложусь в засаду и, карауля зачетных рыб, периодически слышу невдалеке чьи-то выстрелы. Оказывается, метрах в 12-15 от меня, с другой стороны этой же каменюки, охотится хорватский коллега Дарио Маринов. Мы просто гоняем одну и ту же стаю вокруг этой скалы. Мой экипаж болеет за меня. Радостными криками «Виват Украина!» встречаю каждую добытую рыбу. Течение пригнало множество медуз. Эти ядовитые красавицы, плавающие у поверхности воды, изрядно щекочут нервы. Многие спортсмены уже имели неприятные столкновения с медузами и ходят с сильными ожогами на лицах. Еще десяток нырков и вижу уходящий под скалу хвост крупной вьехи. Точный выстрел и восторг на моей лодке. Некогда радоваться, еще полдня впереди. Приходится обрабатывать громадные площади, скальные козырьки, заросли морской капусты, россыпи валунов, песчаные полянки. Все требует пристального внимания. Y el tesoro de su amor
lo guardan ya sin temores. A la sombra del gran árbol se olvidarán los rencores. Ay, ay, ay. Hay un árbol solitario donde el sollozo de un hombre le dejó por varios siglos el dibujo de su nombre. Por eso todos le dicen el árbol de la noche triste. Охотясь под полями травы, несколько раз замечаю уходящих кабрилей и решаю изменить тактику. Снимаю один груз с грузпояса и зависаю над полем капусты. Вот она кабрилья. И точный выстрел. С трудом залажу в лодку. Соревнования закончились. По дороге просматриваю компьютер. За 6 часов соревнований 190 нырков и до 17 метров. Если учесть, сколько выстрелов было сделано, плюс переезды, получается в среднем 1,5-2 минуты на нырок и около 30 секунд отдых. Взвешивание добытой спортсменами рыбы – это всегда шоу. Каждую рыбу сначала кладут на контрольные весы, проверяя, зачетная она или нет, и лишь затем взвешивают на отдельных электронных весах всех зачетных рыб. Сразу плюсую очки за количество. Сергей добыл 8 хвостов, но из них всего 3 зачетных рыбы. Спасибо и на это. 6380 очков. И в итоге его позиция в общем зачете 45-я. Спортсмены, зрители, болельщики, корреспонденты все с волнением наблюдают за ходом взвешивания. Рыба, сложенная в мешки, ждет своей очереди. Педро Карбонелл, трекратный чемпион мира. Он недоволен. У него всего 8 зачетных рыб, из них один приличный конгрия. Итальянец, призер мировых и европейских первенств, Маурицио Ромачотти, тоже добыл всего 8 зачетных рыб. Опытный российский спортсмен Владимир Докучаев застрелил крупного почти 5 килограмм конгрио. Но, к сожалению, для него эта рыба приносит его команде только 1000 очков. По результатам вчерашнего дня я чуть выше середины. Вот моя добыча. Мешок вываливают на стол. В нем 15 рыб. Из них 13 зачетных. Общим весом более 15 килограмм. Андрей, молодец! Cuando se enamoraron, fui pa' que se casaron. Ay, mi abuelita. ¡Matador! Buena bailosirilla, mi abuelo la galanteaba. Buena bailosirilla, mi abuelo la galanteaba. Mi tía que no era tonta con mi pairino. Раз, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 11, 12, 13 зачетных рыб. 13, Андрюша. 13 пиза палья. Тотальный. Для Словении. На церемонию взвешивания приехал известный чилийский спортсмен Александр Флорес, чемпион мира 1971 года. Наконец-то взвешивают рыбу лидера чемпионата, Стефана Билани. Он волнуется. Его рыбу взвешивают последней, много экземпляров незачетных и на грани зачета. Вот его уже поздравляют.
предварительным данным, он остается на первом месте. И вот взвешивание закончено. Стефано Беллами, лидер итальянской сборной, выходит по сумме 2 дней на первое место. Вскоре после взвешивания награждение победителя. На пьедестал почета приглашает призеров. Награждение ведет президент Всемирной конфедерации подводной деятельности КМАС сеньор Акиле Ферреро. Третье место чилиец Франко Боскис. На втором тоже чилийский спортсмен Лудвин Дуарте. И вот Стефано Беллами, опять чемпион мира итальянец. Он счастливо улыбается, принимая поздравления. Еще бы, более 10 лет он представляет сборную своей страны, постоянно находясь в десятке лидеров на мировых и континентальных первенствах. Чилийская сборная победила в командном зачете. Италия на втором месте. Третьими по праву стали испанцы. Вечером в отеле официальный банкет и церемония закрытия чемпионата. Организаторы вручают памятные призы лучшим спортсменам, медаль команды победителя. Thank you. Наше выступление стало сенсацией этого чемпионата. Страна, представленная всего двумя спортсменами и не имеющая достаточных ресурсов для подготовки сборной, заняла 13 место из 22 стран, опередив таких сильных соперников, как Южная Африка, Дания, Словения, Новая Зеландия, Россия, Финляндия, Аргентина, Великобритания. Молодая австралийская сборная заняла последнее 22 место. Испанская сборная, имея в своем составе двух чемпионов мира, Пепе Винья, чемпион мира 1994 года, и Педро Карбонелл, трехкратный чемпион мира, завершивший десятку лидеров, выступила совсем неудачно, как для такой сильной команды. Ведь испанцы последние 10 лет были лидерами в подводной охоте, лишь дважды вступив в первенство, сначала французам в Марселе в 1997 году и итальянцам на острове Сардинии на чемпионате Европы в 2001 году. Кстати, именно там Стефано Беллами и завоевал титул чемпиона Европы. Последними на сцену выходят победители в командном зачете – команда Чили.
моменту нашего приезда в Чили большинство соперников уже были на месте и активно тренировались. Так самые крутые сборные итальянцы и испанцы, побывав здесь еще в прошлом году с неофициальным визитом и абсолютно четко представляя себе местные условия, прибыли более чем за месяц до начала соревнований для тренировок и подготовки акватории. Хвост крупной вьехи. Точный выстрел и восторг на моей лодке. Некогда радоваться, еще полдня впереди. Приходится обрабатывать громадные площади, скальные козырьки, заросли морской капусты, россыпи валунов, песчаные полянки. Все требует пристального внимания. Sombra del gran árbol, a la sombra que está sola, cuentan que en noche de luna los amantes se atesoran allá. Y el tesoro de su amor lo guardan ya sin temores. Por varios siglos el dibujo de su nombre, por eso todos le dicen el árbol de la noche triste. Охотясь под полями травы, несколько раз замечаю уходящих кабрилей и решаю изменить тактику. Снимаю один груз с груз-пояса и зависаю над полем капусты. Вот она кабрилья. И точный выстрел. С трудом залажу в лодку. Соревнования закончились. По дороге просматриваю компьютер. За 6 часов соревнований 190 нырков и до 17 метров. Если учесть, сколько выстрелов было сделано, плюс переезды, получается в среднем 1,5-2 минуты на нырок и около 30 секунд отдых. Взвешивание добытой спортсменами рыбы – это всегда шоу. Каждую рыбу сначала кладут на контрольные весы, проверяя, зачетная она или нет, и лишь затем взвешивают на отдельных электронных весах всех зачетных рыб, сразу плюсуя очки за количество. Сергей добыл 8 хвостов, но из них всего 3 зачетных рыбы. Спасибо и на это. 6380 очков. И в итоге его позиция в общем зачете 45-я. Спортсмены, зрители, болельщики, корреспонденты – все с волнением наблюдают за ходом взвешивания. Рыба, сложенная в мешки, ждет своей очереди. Педро Карбонелл – трекратный чемпион мира. Он недоволен. У него всего 8 зачетных рыб. Из них один приличный конгрия. Итальянец. Призер мировых и европейских первенств. Маурицио Ромачотти. Тоже добыл всего 8 зачетных рыб. Опытный российский спортсмен Владимир Докучаев застрелил крупного почти 5 килограмм конгрио. Но, к сожалению, для него эта рыба приносит его команде только 1000 очков. По результатам вчерашнего дня я чуть выше середины. Вот моя добыча. Мешок вываливают на стол, в нем 15 рыб, из них 13 зачетных, общим весом более 15 килограмм. Как
15 piezas capturadas. 15 piezas capturadas. Vamos a proceder al pescante. Andrei, молодец! Cuando se enamoraron, fui pa' que se casaron. Ay, ay, mi abuelita. ¡Matador! Eliminada. Buena bailo cirilla, mi abuelo la galanteaba. Buena bailo cirilla, mi abuelo la galanteaba. Mi tía que no era tonta con mi país. Total de piezas eliminada. 2, 7, 8, 9, 12, 13 зачетных рейд. 13, Андрюша. 13 пьеса Фагия, с тотальной... Да, Словения. На церемонию взвешивания приехал известный чилийский спортсмен Александр Флорес, чемпион мира 1971 года. Наконец-то взвешивают рыбу лидера чемпионата, Стефана Билани. Он волнуется. Его рыбу взвешивают последний, много экземпляров незачетных и на грани зачета. Вот его уже поздравляют. Предварительным данным он остается на первом месте. И вот взвешивание закончено. Стефано Билани, лидер итальянской сборной, выходит по сумме двух дней на первое место. Вскоре после взвешивания награждение победителя. Сеньор Стефано Мелани. На пьедестал почета приглашает призеров. Награждение ведет президент Всемирной конфедерации подводной деятельности КМАС. Сеньор Акили Ферреро. Третье место. Чилиец Франко Боскис. На втором тоже чилийский спортсмен Лудвин Дуарте. И вот Стефано Билани, опять чемпион мира итальянец. Он счастливо улыбается, принимая поздравления. Еще бы, более 10 лет он представляет сборную своей страны, постоянно находясь в десятке лидеров на мировых и континентальных первенствах. Чилийская сборная победила в командном зачете. Италия на втором месте. Третьими по праву стали испанцы. Вечером в отеле официальный банкет и церемония закрытия чемпионата. Организаторы вручают памятные призы лучшим спортсменам и медали команды победителя. Thank you. Наше выступление стало сенсацией этого чемпионата. Страна, представленная всего двумя спортсменами и не имеющая достаточных ресурсов для подготовки сборной, заняла 13 место из 22 стран, опередив таких сильных соперников, как Южная Африка, Дания, Словения, Новая Зеландия, Россия, Финляндия, Аргентина, Великобритания. Молодая австралийская сборная заняла последнее 22 место. Испанская сборная, имея в своем составе двух чемпионов мира, Пепе Винья, чемпион мира 1994 года, и Педро Карбонел, трехкратный чемпион мира, завершивший десятку лидеров, выступила совсем неудачно,
как для такой сильной команды. Ведь испанцы последние 10 лет были лидерами в подводной охоте, лишь дважды вступив в первенство, сначала французам в Марселе в 1997 году и итальянцам на острове Сардинии на чемпионате Европы в 2001 году. Кстати, именно там Стефано Белани и завоевал титул чемпиона Европы. Последними на сцену выходят победители в командном зачете – команда Чили. Muchas gracias, don Carlos Gutiérrez y don Miguel Casi. Muchas gracias. El equipo, por favor, que se quede. A nuestro alcalde de la ilustre Municipalidad de Iquique, en reconocimiento al invaluable apoyo.